Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А это что такое? Сиськами хвастаешься? Они опять выросли? На показ всему городу выставить решила? Прекрати, не бей меня только потому, что сама плоская, как доска. Если его выпить, я буду окружена мужчинами, отдавшимся низменным инстинктам? Это зелье для выманивания монстров животного типа. Если его выпить, то все животные поблизости будут без устали атаковать выпившего. Покупаю! Нет, на самом деле он очень популярен среди девушек, ведь некоторые могут похудеть только под страхом смерти. Этот ошейник заставляет людей исполнять их желания, вы издеваетесь? Таким темпом ошейник начнет сжиматься через 4 дня. Я помру из-за тупого гаджета, которым бабы заставляют себя жир сгонять. А если помрешь, я просто скастую на тебя воскрешение. Ну, думаю, в этот раз после смерти я не буду возвращаться. Чё-то мне надоело жить. А ты что такое говоришь? А как же наша миссия завалить владыку демонов? А еще, когда меня не станет, весь долг ты будешь выплачивать сама. Поняла я! Я тоже буду помогать! Слушай, Казума... Да, это я. Скажи, тебе удобно? Твои ножки такие приятные и еще невероятно мягонькие. А смотреть на твое смущенное лицо вообще бесценно. Уже в первом желании отдался своей похоти. Чего бы ты ни пожелал, я готова ко всему. Сними броню и сделай сотню отжиманий. 2, 3, 4, 5, 6. О, 7, а не дурно. 8. Что за пожирающий животный взгляд, от которого не скрыться? Какие же извращенные вещи он представляет обо мне в своей голове? Прекрати! Казума собирается использовать нас, чтобы удовлетворить все свои похотливые желания? Ты, сбегай мне за хлебом с якисобой. Но почему? Разве ты не должен повернуть голову в другую сторону и лежать на коленках, как на подушке? У меня на родине все так делают. Слышь, ты же половину хлеба сожрала. Неправда! Оправдывается, когда даже не доживала его. Что это они делают? Камень, ножницы, бумага. Даже не скрываешь свои похоти в желаниях. Теперь даже я уже в ужасе. Ты мне прикажешь, что такое делать? Сгоняй в магаз и купи мне столичной водки. Ну почему? Эй, если еще раз сыграете в ничью, разденетесь обе. Я верю в тебя, потому что моего друга и соперницу не заденут его слова. Мэгумина, я тоже верю в тебя. Ты что делаешь? Злишься из-за того, что проиграла? Эй, хватит! Порву же! Меня богиню опозорили! С тех пор девушки исполняли все желания, которые приходили мне в голову. Почему это я должна это делать? И сегодня физическая тренировка! Стыдоба! Чувствую, даже за этой одеждой есть скрытые намерения. А все, что мне нужно делать, это сидеть тут и мыться? Да, этого достаточно. А я буду на это смотреть. А у тебя нигде не чешется? Ну, спереди, под полотенцем. Что? Твой лучше бы он отвалился. Вот беда. Таким темпом я помру раньше срока. Ну же. Ну же. Ну же, давай. Ты чего задрожала? Ну же, натри его как следует. Давай, вперед, давай. Скорее, ну же. Давай. Вот он. Мэгумин, после того, как ты использовала взрывную магию и я нес тебя домой, я специально сменял руки и ерзал, чтобы чувствовать, как твоя плоская грудь трется о мою спину. Юн-Юн,
Лис, говоря с вами, я всегда начинал пялиться на ваши буфера. Лис, у тебя они просто здоровенные, а ты, Юн-Юн, свои почти на показ выставила. Так что я всегда думал, вы сами виноваты, что я на вас пялюсь. Даркнесс, с того момента, как мы тут жить начали, я замечал в тебе только сиськи. Ты воплощение сисек. Ходячие буфера. Ты своими словами собрался и меня позорить? Аква, еще когда мы в конюшне спали. В меня больше не влезет. Как ни старался представить себя в роли главгероини, ничего не выходило. Не сдавайся, Казума! Не сдавайся! Прошу, оскорби меня как следует! Девчата смотрят на меня как на мусор. Слушай, Хики задрот, не хочешь одеть ошейник еще раз? Уверена, ты найдешь те, кто помогут тебе его снять. Слушай, можно тебя попросить кое о чем? Прошу. Не умирай при таких глупых обстоятельствах. И назад теперь хер вернешься!